В Алматы и Пекине в гибридном формате прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию нефтегазового сотрудничества Казахстана и Китая. Ученые, эксперты и преподаватели вузов проанализировали вклад в развитие двусторонних отношений Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC и оценили перспективы взаимовыгодного стратегического партнерства. Нефтегазовое сотрудничество Казахстана и Китая стартовало в 1997 году с приходом на казахстанский рынок китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC. Это известная международная компания, которая занимает третье место в мире среди крупнейших нефтяных гигантов. CNPC выплатила в казахстанский бюджет 50 миллиардов долларов в виде налогов и инвестировала 45 миллиардов долларов в развитие нефтегазового сектора. Но для меня, как гражданина Казахстана, очень важно то, что на предприятиях CNPC 98,3% это граждане Казахстана. Проекты CNPC широко известны в Казахстане. Компании CNPC «Актобе-Мунайгаз», «Мангистау-Мунайгаз» и «Петроказахстан» поставляют на наш рынок от 70% своей продукции. Шымкентский НПЗ после модернизации выпускает высококачественное топливо стандарта Евро-4 и Евро-5. Заправки «Синаойл» отличаются высоким качеством нефтепродуктов. Азиатский газопровод и нефтепровод «Казахстан-Китай» позволили диверсифицировать поставки нефти и газа, обеспечили углеводородами регионы и вывели сырье на экспорт. Открывая новое золотое 30-летие казахстанско-китайских отношений, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпинь объявили, что оно пройдет в духе вечного всестороннего стратегического партнерства. Компания CNPC полностью поддерживает эту концепцию и приложит все усилия для ее реализации. Президент Казахстана поздравил коллектив CNPC с 25-летием деятельности в стране, отметив, что корпорация играет важную роль в развитии многостороннего взаимодействия между двумя государствами и вносит значительный вклад в производство и переработку углеводородов в Казахстане. Батакос Сергабаев, Кенчи Амраев, Хабар 24. Китай.